Они ненадолго сменили штатную форму на концертные костюмы и стали певцами, танцорами и музыкантами. Необычным амплуа выступили таможенники Центрального федерального округа на фестивале искусств «Золотой кадуцей». Кадуцей – это название жезла бога Меркурия, обладающего способностью примерять. Зональный полуфинал фестиваля прошел в Белгородской области и собрал около 100 конкурсантов, сотрудников таможенной службы. Продолжит Екатерина Ковалева. Это самодеятельные артисты из Курска. Кто-то из них работает в таможенном управлении, а кто-то непосредственно на границе. Колоритный коллектив «Славичи» сформировался 8 лет назад. Сегодня творческий союз узнаваем и любим. Страсть к искусству и любовь к творчеству. Приезжаем уже в Центральное таможенное управление в Москву. Нас руководитель встречает. О, казаки, мы и приехали. Участие в этом конкурсе важно для всех, потому что мы не просто выступаем и как коллектив хотим быть лучшими. Мы же еще и свою таможню прославляем. На сцене соревнуются в разных номинациях – вокальной, танцевальной, поэтической и даже пробуют себя в роли музыкантов-солистов. Олег Звигинцев репетирует перед выходом на сцену. Он представляет белгородскую таможню, выступает с новым для себя инструментом – панфлейтой. Учился на ней играть самостоятельно по видеоурокам в интернете. Я на клавишах играю, клавишник, ну вот, но давно очень хотел научиться играть на этом инструменте. Очень красивое звучание, и инструмент недаром называют панфлейт инструмент души. Почему? Потому что звук производится своим дыханием, то есть из своей души как бы звучит мелодия. Вот они, какие таможенники. Для них творчество – это отдых от повседневности, а фестиваль «Золотой кудацей» – праздник искусства. Смотрите, с каким энтузиазмом люди и с каким желанием готовятся. И кто хорошо работает, тот должен уметь хорошо и отдыхать, и петь, и танцевать. Мы ищем молодые таланты, потом эти молодые таланты, которых найдут здесь, поедут на заключительный смотр конкурса. Один из тех, кто поедет от белгородской таможни в августе этого года в город Липецк, Алексей Зверев. Он занял первое место в номинации «Вокал». Екатерина Ковалева, Эдуард Горелов. Новости мира Белокурья.